В Махамбетском районе состоялось выездное заседание областного совета общественного согласия Ассамблеи народа Казахстана. Цель встречи – установление контактов между местными государственными органами и общественными организациями. На совещании, которое объединило 19 разных национальностей, были обсуждены вопросы реализации проекта «Аул Ельбисыг», активизации работы совета и крестьянских хозяйств района, проведение работы совета общественного согласия с 4-го квартала – прошлого года было возложено на районы отдел внутренней политики. После доклада ответственные лица рекомендовали вернуть должность эксперта. Стоит отметить, что в конце прошлого года было дано поручение по сокращению экспертов совета в районах с малой численностью населения. Теперь представители областного совета общенационального согласия отметили, что вернут эту должность в следующем году. В завершение выездного заседания председатель совета Нуржан Ермуханов передал районному акимату сувенир, изготовленный к 25-летию Ассамблеи народа Казахстана. Сегодня обсудили много актуальных вопросов. На заседании Совета общественного согласия были рассмотрены вопросы подготовки социальных объектов к зимнему периоду, проблемы молодежи. Мы думаем, что в дальнейшем эта работа будет активизирована.